Реальный расход по трассе Honda ENP1 ENS. Для того, чтобы сделать объективный замер, давайте выставим нашу поездку B, то есть trip B, на 0, учитывая, что на улице 3 градуса тепла. Для того, чтобы сбить поездку на 0, и увидеть реальные показатели, мы будем использовать вот такое колесико, которое находится на руле. Для этого нужно его утопить, один раз щелкнуть и сделать ресет, то есть обнулить предыдущие данные. Мы видим, что наша поездка B теперь равна нулю. На улице 3 градуса. У нас батарея 84%, рассчитана на 156 километров. Поэтому мы начинаем наше путешествие. Вы видите, что выезд нам рассчитывает 136 километров. Время в пути 1:26. Мы сделали ресет и можем отправляться в путь. Один интересный факт. У нас запас хода на 154 километра. Вы видите, заряд батареи 84%. Но если мы переключимся на обдув, например, или на обогрев, мы видим, что запас хода у нас уменьшился в 104 километра. Видно, что мы проехали всего 1 километр. Расход показывает 78,8. Посмотрим, что будет, когда достигнем пункта Б. Мы с вами проехали 63 километра. Видим, что расход уменьшился. Нам до пункта назначения еще 73 километра. Запас хода 123. Мы проехали 130 километров. Вы видите, что расход у нас уменьшился, 22,7 киловатта на 100 километров. Осталось заряда 35% и 76 километров в запасе хода. Вот. Нам ехать еще 10 километров. Вот мы с вами приехали. Проехали 143 километра, расход 22 киловатта на 100 километров, 31% батареи и еще 68 километров запас хода.